Ох, не дорога, а американские горки. По песочку на сликах городских дрифтовать как. Здорово. Но уже цель недалеко. Цепь не, цепь нормально. Слушай, а что тут по глубинам? 4 метра должно быть. Ну это на центре, я так полагаю. Насколько быстро заглубляешь? Сразу такая. Да. Это такая канава. Соответственно. Здесь же понимаешь, для чего этот водоем-то? Или непонятно, для чего этот водоем? Топить танки, да. Прям как в анекдоте, блин, про танковое влагалище. Вот. Как раз это самое танковое влагалище, оно и есть. Да, we'll be right back.